Москва, 8 мая, РИА Новости. Минские власти допустили, что мероприятие, подобное акции «Бессмертный полк», будет присутствовать в праздновании Победы 9 мая в Белоруссии. Об этом сообщает «Спутник Беларусь», сообщила журналистам председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. Она, вероятно, внесет в идеологическое управление Минска предложение провести гражданскую акцию. Она пояснила, что 9 мая во время возложения цветов на столичной площади Победы школьники, активисты Белорусского республиканского союза молодежи традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мы, может быть, не назвали ее так, акция «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод, он есть, сказал Романович. Акцию «Бессмертный полк» в 2018 году поддержало больше сотни стран. Однако, как сообщал организатор мероприятия в Минске, депутат Палаты представителей первого созыва Валерий Драка, инициаторы проекта получили от властей Минска отказ в проведении шествия. Он добавил, что акция будет проведена, невзирая на запрет. «Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы,